На встрече подвели итоги работы за февраль и наметили планы на ближайшее время. Но прежде всего Валерий Венцель рассказал о важной новости. На днях состоялся запуск эстакады над Симферопольским шоссе. Четыре полосы этого сооружения обеспечат удобный с ветерком трафик для автомобилистов. Я считаю, что хороший задел. Связано это с тем, что наше Расторгуйское шоссе, которое в последнее время несет большую нагрузку по транспорту, здесь получило некую альтернативу. Понятно, что на этом не будем останавливаться. В целом, за минувший месяц муниципалитет продемонстрировал отличные показатели во всех ключевых отраслях. Постоянно совершенствуется область предоставления услуг жителям. Так, наш МФЦ не просто в десятке лучших. В феврале он занял второе место по всему Подмосковью. Кроме того, совсем скоро в шаговой доступности многофункциональный центр будет для жителей микрорайонов Бутово-парк и Бутово-парк-2. Здесь, в одном из торговых центров, откроется новое отделение. Запуск запланирован на май. Радостное событие ждет это весной и местных школьников, и их родителей. Вот-вот распахнет свои двери Лопатинская школа. Получили последнее заключение, как Пожнадзор, Роспотребнадзор, сегодняшний день оформления. Я думаю, на этой неделе завершим в казну, примем собственность, соответственно, заявляемся на лицензирование. Валерия Николаевича Ананова запланировано в апреле, как раз после весенних каникул, с формированными классами. Данная школа не только будет торжественно открыта, но и начнет свой образовательный учебный процесс. Далее с докладом выступил заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков. Его выступление было посвящено одной из самых горячих тем – актуальным тарифам за вывоз мусора и новым правилам обращения с отходами, которые действуют с этого года. Теперь стандарт предполагает двухконтейнерную систему, где серые баки предназначены для бытовых отходов, а синие – для сухих, таких как пластик, стекло, макулатура и металл. Так вот, на сегодняшний день, как вы видите, коллеги, у нас поставлено 1485 серых контейнеров и 286 синих. Соответственно, 63% мы закрываем с вами по серым контейнерам на сегодняшний день и чуть больше 32% по синим. Задержка связана с небольшим количеством заводов, производящих такое оборудование. Впрочем, по заверениям властей, уже до 1 мая появятся на своих положенных местах все серые контейнеры, а до 1 июня все синие. Расценка для жителей многоквартирных домов составляет 8 рублей 32 копейки за 1 квадратный метр. А в частном секторе введена тарифная сетка в зависимости от общей площади строения. Например, за дом от 50 до 100 квадратов платеж в месяц 200 рублей, а за метраж 100-150 – 400 рублей. Вокруг этой темы немало ажиотажа, поэтому Валерий Венцель распорядился проводить активную информационную политику. Давайте и в соцсетях по максимуму. Давайте привлекайте сюда, Сергей Анатольевич, занимайтесь тем, чтобы какие-то универсальные, если не формулы, то информационные вещи были на нашей наружной рекламе. Давайте побольше рассказывать. Завершилось совещание на приятной ноте. Глава муниципалитета поздравил женщин с приближающимся 8 марта. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.